тяжело, на самом деле. Девушкам вообще тяжело, они же понимают первый раз, ты привык к уровню другой подготовки, а девушки, они все время штурманом ездят, у них другой сейчас. Мы сегодня специально сложно, сложнее делаем, чтобы... Ну, сложнее, сегодня вот явно сложнее, да, чем обычно, вот стандартный вариант. Мальчиков. Ну, интересно. После того, как девушки откатаются, спецзаезд для мальчиков. Как скажете? Как скажете. Сегодня ваш день. Даже не будем спорить. Кстати, хотел бы особо обозначить этот момент, касающийся кенгурятников, всяких защитных устройств. Как правило, люди или либо автомастерские, либо тюнинг-центры, которые ничего не понимают в бездорожье, они ставят именно вот такие кенгурятники, которые только мешают. Поэтому делать такие вещи нужно в специальных местах, в специальных автосервисах, где, собственно, знают, как готовить внедорожники.